Вы у нас возглавляете природоохранный комитет. Абсолютно верно. Значит, ровно год назад из бюджета было выделено 10 миллиардов рублей для развития Кундыштепского заповедника. Наша гордость. Девственный лес. Заповедник, который должен был бы стать визитной карточкой нашего края, так сказать, магнитом для туристов. Со всей России. Мы внимательно изучили проделанную вами работу. И знаете, что обнаружили? Из 10 выделенных миллиардов рублей вы украли 10 миллиардов рублей. Что вы на это можете сказать, Сергей Петрович? Извините меня. Больше категорий кэшбэка и бесплатное обслуживание карты Black Тинькофф Про. Первый месяц подписки бесплатно.